К ремонту и реставрации здания по адресу Карла Маркса 20А, построенного во второй половине 19 века, подрядная организация «Инвестпром» приступила в конце прошлого года. Здесь располагается культурный центр «Дом Акуджавы». Работа велась во взаимодействии с Центральной городской библиотекой, структурным подразделением которой он является. Самое главное, мы воплотили в жизнь то, о чем, что и хотели сделать. То есть не просто некий музей, не просто некое пространство, куда пришел, походил по комнатам и ушел, а именно сделать такой литературный дом. С моей точки зрения, все удалось. Сейчас самое главное – вселить сюда жизнь, оживить атмосферу. Ремонт коснулся фасада, кровли, чердака, подвала, внутренних помещений. Заменены инженерные сети, окна и двери. Пришлось восстанавливать кладку. Строители неоднократно сталкивались с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в связи с тем, что выявлялись дополнительные объемы работ. Администрации города изыскивались недостающие средства для их выполнения. Все моменты сложные были преодолены. Мы благополучно завершили этот объект и надеемся, что он будет регулярно и полезно эксплуатироваться жителями города и не только города, потому что получилось, по-моему, уникальное место для коммуникации людей. В мемориальной части дома Акуджавы воссоздана комната, где жил будущий знаменитый писатель и музыкант, кабинет его отца. Отдельное пространство отведено произведением автора. Есть стилизованная ретро-кухня, напоминающая о временах расцвета популярности бардовской песни, сцена для выступления артистов и поэтов. Планируется организовать галерею для выставок художников. В доме сочетается историческая часть, которая посвящена периоду проживания Булата Акуджавы в нашем городе. И есть такая более современная часть. И надеемся, что это будет вот таким интересным объектом, где можно встретить друзей, единомышленников. Готовится проект архитектурной подсветки дома Акуджавы, который должен быть направлен в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. От варианта ограждения здания забором решено отказаться.